не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Карантин, введенный в школах и детских садах Кызыла из-за эпидемии ОРВИ и гриппа, снят, сообщает столичная мэрия. Образовательные учреждения столицы начнут принимать детей с 20 февраля. Напомним, в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, главным государственным санитарным врачом по Республике Тыва было предложено ввести ограничительные меры на посещение школьных занятий в недельный срок с 12 февраля. В городе Кызыле эпидемиологическая обстановка такова, что идет снижение на 18,8% случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по сравнению с позапрошлой неделей. Поэтому по рекомендации главного санитарного врача по Республике Тыва, значит, в мэрии города Кызыла принято постановление о снятии ограничительных мероприятий, то есть карантина во всех средних образовательных школах, культурно-массовых мероприятий. С 20 числа во всех школах, детских садах, значит, занятия, посещение детских садов возобновляется, но эпидмероприятие продолжается, то есть это вот соблюдение масочного режима, соблюдение санэпидрежима в образовательных, детских, дошкольных образовательных учреждениях, также на общественных местах. В Кызыле накануне плясками, частушками и песнями отметили Масленицу. Масленица – один из самых шумных, веселых и вкусных праздников. Он знаменует завершение долгой зимы и встречу весны. Самое важное правило – радость, веселье и сытные столы со всевозможной снедью. На площади Арата развернулись праздничные гуляния, выступления народных коллективов, игры, хороводы, а также традиционное покорение столба и сжигание чучела. Масленица – народный праздник с особыми традициями. Веселье на любой вкус, различные игры и конкурсы с розыгрышами призов, выступления скоморохов, выставка-продажа предметов народных промыслов. Также всем желающим предлагали отведать вкусных масленичных блинов и прочие угощения. Покорение столба – самый зрелищный конкурс. Смельчакам предстояло забраться на 10-метровый столб и ухватить подарок. Зрители активно поддерживали участников конкурса. В первый день шага в Туве с однодневным визитом побывала делегация Министерства обороны России во главе с министром, генералом армии Сергеем Шойгу. Цель визита – проинспектировать объекты военной и социальной инфраструктуры, расположенных в нашем регионе, в том числе воинскую часть и учебные заведения. В первую очередь глава оборонного ведомства посетил Кызылское президентское кадетское училище и побывал на тренировке кадетов по хоккею. Хоккейной команде министр подарил комплект клюшек со своим автографом и сфотографировался с воспитанниками на память. Стоит отметить, что ледовая арена училища введена в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Она входит в многофункциональный спортивный комплекс Кызылского президентского кадетского училища. Общая площадь сооружения 6500 квадратных метров. На льду могут одновременно кататься более 120 человек. Это старшая группа с 8 по 10 класс у нас. Есть еще младшая группа, вот сейчас производится набор младшей группы, потому что мы только первый день сегодня встали на каток. Не обошел своим вниманием министр и воспитанец училища. В классе рукоделия в этот день девочки делали изделия из войлока. Сергей Кожугетович, в этот прекрасный день я хочу поздравить вас и пожелать вашей семье счастья, здоровья и благополучия. Этот подарок очень символичен для нас, так как для тувинского народа главной ценностью является семья. Сейчас наступил год собаки. Я хочу, чтобы эта собака стала для вас самым верным другом. Поздравляю вас. Спасибо. Уважаемый Сергей Кожугетович, спасибо вам за возможность обучаться в столь замечательном, прекрасном учебном заведении нашим девочкам. Разрешите с вами Конечно, разрешаю. Только не мне спасибо, стране спасибо. Здесь же, в стенах училища, министр обороны России провел встречу с главой Тувы Шалбаном Караулом. Очень надеюсь на то, что тот темп, который взят по строительству, по размещению здесь войск, он будет продолжен. Конечно, для нас важнейшая задача – это размещение бригады, равно как и
семей наших военнослужащих. Это касается и жилья, и трудоустройства, и, конечно, детских садов, и школы. Комплекс, который здесь построен, образовательный комплекс, где учатся и мальчики, и воспитанницы наши, замечательные девочки, позволяет давать самый высокий уровень образования и позволяет, конечно, надеяться на то, что из этого учебного заведения будет выходить будущее республики, будущее нашей страны. Глава республики сообщил, что в этом году в Туве состоится большое спортивное событие. Именно благодаря решению Министерства обороны мы здесь проводим первенство вооруженных сил по спортивной борьбе. Для нас это большая честь, мы к нему очень готовимся, потому что считаем, что это будет таким большим событием для республики. Предполагаю, что оно будет проходить у нас на стадионе, и для народа будет это особый, конечно, праздник, а для спортсменов это большие возможности. Также в ходе командировки глава оборонного ведомства побывал в недавно сформированной в Кызыле 55-й отдельной мотострелковой горной бригаде. Последним пунктом визита Сергея Шойгу стала встреча с преподавателями и студентами военной кафедры Тувинского госуниверситета. Здесь студенты кафедры имеют возможность проходить военную службу без отрыва от учебы. И уже очень скоро учиться в ТУВГУ станет еще престижнее. Кызыле здесь открыто также учебный центр. Военная кафедра. Думаю, что также авансом мы сегодня приняли решение под натиском председателя правительства республики, напором таким. Вот. И мы здесь со следующего года. С следующего года откроем военную кафедру по подготовке офицеров. Это решение простое, тут очень многое будет зависеть от вас, очень многое будет зависеть от руководства республики, от руководства университета, потому что это уже такая серьезная история, потому что мы будем рассчитывать на то, что здесь для нас будут готовить специалистов по определенной профессии, определенной специальности, и эту специальность в других вузах уже готовить не будут. Поэтому, если вы будете плохо их готовить, и мы это увидим, вынуждены будем перенести эту работу в другое учебное заведение, потому что при всех наших родственных и земляческих чувствах и отношениях, все-таки служба есть служба. И нам нужна армия, которой может гордиться наша страна, которая может защитить нашу страну тогда, когда это потребуется. После выступления Сергей Шойгу ответил на вопросы аудитории. В основном перспективами своей службы интересовались студенты военной кафедры и не только. Будем ли мы иметь возможность обучаться в нашей военной кафедре? Именно девушки и студенты. В Петербургском финансово-экономическом университете сделали первый набор девушек. То есть вместе с юношами 30 девушек набрали. 30 девушек набрали, которые очень хотели, очень много писали, долго писали, требовали, что мы такие же граждане нашей страны и также хотим защищать нашу родину. Поэтому мы пошли здесь на встречу, и вот сейчас мы посмотрим, если у нас там получится. Ну, вы понимаете, что там круг специальностей несколько ограничен, хотя у нас служит, по-моему, 50 тысяч почти. Женщин 50 тысяч, из них почти 8 тысяч офицеров. Глава Тувы Шалван Караул сообщил, что министром обороны принято решение о строительстве моста через Енисей в районе сел Черби и Карахак. Также в Кызыле силами Минобороны России будут построены детский сад, школа, а также жилье для командиров 55-й мотострелковой горной бригады. В конце встречи Сергей Шойгу вручил ректору Тувинского госуниверситета благодарственное письмо и уникальный сборник архивных документов по периоду Великой Отечественной войны. Еженедельник.
Туктува ТВ и такси «Апельсин» объявляют новый фотоконкурс. Такси заказывали? Прими участие. Закажи такси «Апельсин», сделай оригинальное фото, в кадр которого попадет автомобиль и логотип «Апельсина». Придумай креативную или забавную подпись и получи возможность выиграть главный приз – 5000 рублей на поездки. Мы ждем ваши фотографии на электронную почту nvek17@mail.ru. Срок приема фотографий с 31 января по 21 марта 2018 года. Подробности читайте в еженедельнике Тува ТВ. Справки по телефону 23 323. В Туве две местные жительницы предстанут перед судом за совершение убийства супружеской пары и двух малолетних детей. Региональным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее несудимых 26 и 20-летней родных сестер, жительниц города Ак-Довурак. Напомним, трагедия, вызвавшая общественный резонанс, произошла 4 марта 2017 года. При тушении пожара в квартире города Ак-Довурак были обнаружены тела 35-летних супругов с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Кроме того, в ванной комнате с признаками утопления в воде обнаружены тела двух малолетних детей супружеской пары. Установлено, что к совершению преступления причастны две жительницы города Ак-Довурак, родные сестры, распивавшие накануне с 35-летним потерпевшим спиртное в квартире. Известно, что у семейной пары осталась старшая дочь, которая в ту ночь находилась в Кызыле. С целью объективного расследования по уголовному делу проведены осмотр места происшествия с изъятием вещественных доказательств, все необходимые судебные экспертизы, проведены очные ставки, проверки показаний обвиняемых на месте, допрошены свидетели и осуществлен сбор характеризующего материала. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В Якутии подведены итоги межрегионального конкурса «Биркюн» под одним солнцем. Это первый межрегиональный интерактивный конкурс современной песни в жанре этнопоп. В творческих состязаниях певцов приняли участие 11 регионов России. Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион 600 тысяч рублей. Гран-при конкурса присуждено Айдару Сулейману из Республики Татарстан. Победитель СМС-голосования Айсен Амосов, представитель Якутии. Оба призера получат по 500 тысяч рублей. Наш артист Сайдаш Мангуш стал лауреатом первой степени. Лауреаты, занявшие первое, второе и третье места, получат 300, 200 и 100 тысяч рублей. Финал конкурса «Биркюн» смотрите сегодня. Сегодня на нашем канале в 20:00. Февраля в 14 часов в ресторане «Горыныч» состоялось кулинарное мероприятие, посвященное празднованию масленичной недели «Блинфест». Действительно, без блинного пира трудно представить масленичную неделю. И в «Горыныче» виновнику торжества в этот день было уделено особое внимание. Участников конкурса в приготовлении лучших блинов жюри оценивало не только по вкусовым и скоростным критериям, но и по креативности. Ведь у фантазии не должно быть пределов даже в таком, на первый взгляд, простом блюде, как блин. По итогам конкурса было определено три победителя, и в качестве призов им были вручены подарочные сертификаты на бесплатный обед или ужин в ресторане «Горыныч». Вы попробовали эти блины? Как они вам на вкус? Очень вкусно, хозяйки все постарались. Конечно, им было очень непривычно, то, что своя сковородка должна быть, своя плита должна быть. Мы все, девочки, справились с этим заданием. Не обошлось мероприятие и без веселья. Озорные частушки, развлекательные программы для детей и взрослых и море позитивных эмоций. Перед посетителями «Блинфеста» выступали артисты ансамблей Центра русской культуры «Раздолье» и «Актай», которые спели народные песни. Также примечательно, что для всех участников мероприятия была предоставлена подготовленная фотозона. Жюри и гостями было отмечено очень теплое душевное настроение участников «Блинфеста». Надеемся, что это не одно событие. Планируем еще и фестиваль каши провести, поэтому думаем, что сплотимся и все вместе. Фестиваль каши межнациональный будет. И дети, и взрослые с удовольствием пели частушки, играли в народные игры, приплясывали под народные мелодии и с аппетитом пробовали горячие блины, приготовленные в приятной теплой атмосфере.
Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. «Отличные наличные». Больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. В Кызыле переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью минус 24, минус 26 градусов, днем минус 12, минус 14. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам.